это же есть. Можно прийти на проект к тебе. А, да, конечно. То есть сейчас проходят кастинги. Любой желающий может оставить заявку и заявить о себе, снять видеоролик, отправить его. Вот, и если утвердят, прийти на проект. Главное быть уверенным в себе. Вот. А теперь мне нужно завязывать с прямым эфиром. Спасибо, что посетили. Мне нужно идти спать. Есть в мыслях какой-то идеал девушки? Нет, идеала конкретного нету. Это на самом деле идет изнутри. Вот. Относительно каких-то своих чувств я пока делиться не буду. Кому они там есть. Может быть, этот человек вообще не на проекте. Вот. Я пока не хочу об этом говорить. Но, ребят, еще раз напоминаю, любой если предпримет необходимые действия. Вот. А так? В Минске бывал? В Минске бывал с концертом. В смысле? В Минске я бывал, так бывал. Никто не бывал. В общем, спасибо, что посетили мой долбанный прямой эфир, в котором ничего не было интересного, но мне было приятно. Я пошел сдавать телефон, приезжаю в Минск. Господи, Минск, наверное, хороший город, но, честно говоря, я не уверен, что я питерские крыши тебя ждут. Я думаю, что не только крыши меня в Питере ждут. Я с удовольствием приеду в Питер. Я очень хочу, блин, я очень скучаю по Питеру. Я, если приеду в Питер, я не буду спать неделю, наверное, буду целыми днями гулять, шляться и все. Зачем тебе приход? У тебя и так там две. Выходи почаще. Ребят, смотрите эфиры, увидите, что будет дальше. Вот. А приход нужен здесь в принципе. Здесь очень много свободных, красивых мальчишек, девчонок. Вот. И у каждого есть шанс найти свою любовь. Здесь летают самолеты. Очень низко летают прямо над головой. Спокойной ночи, дальше.